по фургалу ему экономическое шьют. Что там? Я вообще умопомрачительно. 3 миллиарда, они вообще уже с ума посходили, что ли? 3,8 миллиарда. А, 3,8, и все, хищение. Ну, это абсурд полнейший. Так можно вообще ему приписать, что он продал в Китае Хабаровский край весь. Скажите, вот еще назначили суд присяжных. Собрались 17 человек, 10 из них теперь отказались. А как думаете, по какой причине? Ну, скорее всего, брали, кого наберут, а когда они вникли, что это резонансное политическое дело, и все равно потом будут последствия, все равно с присяжных по каждому вопросу будут спрашивать, они, естественно, запутаются, в этом не разберутся. То есть люди правильно сделали, они не стали рисковать. Абсолютно правильно сделали. Ну так теперь, пока не наберется присяжные, суда, получается, Сергея Ивановича не будет. Ну, будем смотреть и ждать.